Итак, давайте начнем с кражи. Надо украсть. Так, а где у нас тело, которое мы должны покрасить? Вон оно. Вон оно тело. Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Тогда я и нападу. Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроет от стрел и мечей. Если все получится, до такого не дойдет. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. Ну, давай. Начни свое путешествие. Все, нет у тебя клочка бумаги. Так, идем дальше. Кто у нас по списку? Вот, давайте, вот этот. Издалека. Да, отойдите вы. Ты меня чуть не убил. Так, вдоль. Это ужасно. Вдоль забора. Остановите! Убейте его! А за что? А что я вам сделал? Трагедия, скажите вы. Но я говорю, слава. Думаете, кто-то гонится за ним? Да, кто-то гонится за мной. Только зачем, не знаю. Чем от меня надо, понятия не имею. Участи славнее. Так. Я же еще даже не накосячил нигде. Ладно. Берем барьер. Опа. С разбега. Не допрыгну. Я, кстати, так и думал, что не допрыгну. Слишком большое расстояние. Ничего себе. Будь проклят, христианский он точно король. Поднимайся. Я вообще не собираюсь ему помогать. Они вот так пошли против воли Бога. С одной стороны, вроде. И они заплатят за это. Вау. Лишь страдания и боль да. остаются там. Ну, все, он шел бы только снял. Я думал, больше они половину говорят, минимум. Наверное, вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Ну и ничего и не будет. Зачем тебе что-то, если у тебя ничего нет? Ага, подслушать. Это мне надо вот сюда. Ну-ка, давайте-ка. Как хорошо, что я всю территорию себе прочистил. Вы мне поможете попасть туда? Так, пока вроде правильно движемся. Давайте. Да уберите этих кувшинщиков. Давай, поворачиваем, поворачиваем. И вот мы попали сюда. Вот сюда сяду, ничего. Он трус. Если бы не деньги, я бы давно ушел. Ты или слепец, или глупец, или все вместе. Почему ты так говоришь? Ты не видел, что произошло? Нет, видел. На наш караван напали, и он сбежал, ничего не сделав. Нет, не сбежал. О чем ты говоришь? Ты помнишь, что случилось с двумя атаковавшими нас? Их убили наши лучники. Хвала Господу. Не лучники, а он. Один. Хочешь сказать, он спас нас? Да. Он поднялся на возвышенность и застрелил врагов из лука. Я не знал. Этот человек мастер-лучник. Запомни это. Точно, подлец. Мне за ним бегать еще придется. Вот здесь, кстати, наверху находится флаг. Туда он подняться, если... Вон он. Но мне он не нужен. Мне надо отсюда выйти. Без палева. А чтобы без палева выйти, мне надо, чтобы они вот сюда пришли. Давайте, выйдите туда, а я уйду отсюда.
Да проклянет Аллах того, кто это сделал! Да, сейчас. Где ты? Меня уже там нет. Так, что у нас здесь? Задание информатора. Ну, давайте посмотрим. Что он мне... Поди кого-то... Что он делает? Убить кого-то скажет, да? Больной, голодный и нищенки. Так, больная, голодная, уйди от меня. Я хочу есть, я так голодна. Перебьешься. Ну, это далеко не все, товара полно. Вот где-то за поворотом, да? Тебе нигде не найти товара лучше. А вот здесь. Опа. Вот он стоит. Зачем он делает? Я к твоим услугам. Ну и по делам. Мир тебе, Альтаир. Рассказывай. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Давай. Хочешь хорошую сделку? Не. Она ждет тебя. Подходи, подходи. Без времени же, просто убрать. О, ты выбрал правильное место. Нет лучше торговца. Так, вот, а где ты? Люди, подходите, посмотрите. Что ты ловишь, но нет? У меня совсем ничего нет. Оп. Падла. О, ты выбрал правильное место, нет? Хочешь хорошую сделку? Она ждет. Вы внизу. Подходи, подходи. Что ж ты не сказал, что они внизу находятся у тебя? Идем на рынок. Что он уничтожать. Делает? Осторожней, ты мог ушибить меня. Он сошел с ума. Так. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего. Товары. Сюда, подходите. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрим. Оп. Правда, очень мудро, раз решил обратиться. Вот так. Что случилось? Мои родные больные пухнут в голову. Подайте пару монеток. Умоляю. Да уйдите. Вот она. У меня есть. Оп. Вроде тихо сработал. Никто меня не заметил. Альтаир, ты смог устранить тех, кто заметил меня? Да, в легкую. Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Альтаир. Всегда, пожалуйста, обращайся. Так. Здесь у нас что? Допрос. Если тебе дорога жизнь, не делай так больше. Пожалуйста. Допросим. Человечка. Почему так? Осторожнее. Тихо, 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 тихо. Ничего себе. Ему нужно было больше спасти. Так не делай, понятно? Что это с ним? Что это со мной? Бегу. Все бегут, и я бегу. Добрый день, дорогой друг. Подходи, посмотри мой товар. Блин, как он? Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя. За каким хреном ты сюда залез тут? Опа. О. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы у меня не обязаны склоняться. Даже слишком много. Для тех, кто смел и допрос. Всегда найдутся возможности. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Все, да, обещался. Люди, подходите, да. Посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Лучше так. Пойдем, пойдем. Только... пучок информации за собой оставляет. Так. Никто не идет за нами. За нами никто не идет. На твоем да. месте я бы звал да. на помощь. Опа. Ой. На. На. Да стой, ты что? По мордам ему бей.
Никакой жалости. Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Хуже ему. Все. А пусть отдыхает. Даже не знаю, стоит ли сюда бежать. А потом отсюда выбежать. Ладно. Давайте теперь пробуем флаги все-таки собрать. Как можно быть таким беспечным? Ну как? Берешь и просто беспечный такой вот остаешься. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Так. Интересно, куда это он? Еще выше. Ну, как бы сюда не упасть потом. Ботинка взрыва. Неужели это сам Альтаир? Какая честь у меня. Наверное, у тебя очень важное задание. Конечно. Может, я смогу помочь? Из многочисленных сплетен мне известно многое, но я сам сплоховал. Мне нужно было доставить флаги Масиафа, но по дороге на меня напали бандиты. Ты отыщешь их. Мне нужно быть на месте, когда наставник вернется с базара. Так что ты должен быть быстр, как ветер. Угу. Насколько я помню, они могут собираться в любом порядке. Во! Стой. А то... Нет, нет, нет. Он точно разобьется. Да уйди ты. Чтобы ты сел тут. Что за болван? Давай. Он должен прекратить это ребячество. О. Здесь найдешь все, что тебе нужно. Вот. Он точно кого-нибудь убьет, вот увидите. Блин. Вот этот эпизод какой-то маленько непродуманный. Хоп. Эй, хоп. Вверх и вверх. Где ты? Ну, вроде неплохо. Стой, стой, не падай. Быстрее. И к нему приходим. Все правильно, значит, у меня в настройках было. Великолепно. Западание. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Альтаир. Вот что мне удалось подслушать в разговорах стражников у мечети скалы. Они говорили о человеке по имени Талал. У него много преданных последователей, которые с радостью отдадут свои жизни за господина. Если Талалу будет грозить опасность, они обязательно кинутся защищать его и дадут время уйти. Это все, что мне известно. Надеюсь, что помог тебе. Ну, это я и сам знал. Я думал, что-то ценное. О, еще что-то есть. Задание информатора. Давайте посмотрим, что он нам даст. Тем более, он недалеко здесь находится. Где он? А только он... На крыше? Или вот внизу находится? Внизу. Ну тогда прыжок. Ты не пройдешь здесь. А я и не собирался. Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Альтаир, похоже, у меня появились враги. Аль-Муалим попросил меня проследить за работорговцем. Но он заметил меня, и теперь я должен скрываться от его людей. Мне нужно выбраться из города. Помоги это сделать, и я расскажу тебе все, что я знаю. Давай. Пойдем. Помогу тебе, чем смогу. Такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, товара полно. У меня много разных товаров. Я отсеку тебе голову! О! Что-то точно. И... Оп! Я отсеку тебе голову!
ножки подрезал. Ну, всех прогнал. Пойдем. Пойдем, пойдем. Не бойся. Если что, скажешь, что ты со мной. Умри, неверный! Не подходите к нему. Все вопросы со мной решайте. Да. Руби его. Режь его. Вы-то чего рвете? Пойдем. Сюда, так сюда. Куда скажешь, туда и пойдем. Да, немножечко осталось. Все, меня никто не видит. Тебя тоже. С дороги! Ну, расскажи мне. Спасибо, брат. Возьми эту карту, на ней указаны места, где обычно прячется Талал. Пригодится, если этот трус решит бежать, а не сражаться. А зная его, я тебе скажу, что он так и сделает. Хорошо, хорошо. Карту взяли. Все, теперь мы, когда все собрали, все открыли, телепортируемся в дом. Мир. Давай задание нам. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Еще и выпендрится, падла. Ну давай быстрее. Вот так. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Падла. Перемотка на более поздний участок памяти. Так, поплакали в уголке, все. А теперь сваливаем из уголка. Живой уголок. Опа. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Да у... Чё вы меня... Не беспокойтесь за меня. Чё мне надо сделать, я и без вас знаю. А вы только, блин... Его надо остановить. Его надо не пустить. А нет, чтобы сказать, его надо восхвалить, вознаградить. Может, этому безумию есть объяснение? И рот на него не раскрывай. Чего это беспокоит его? Господи, это, по-моему, в этом городе там маньяк-то, который людям ноги-то ломает. Потом это... всякие зуберства это делают, пока они убежать не могут. Осторожнее, ты мог уж убить меня. Интересно, что он затеял? Хоп. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Ничего. Эрхаль, энтахал ам. Ой, ладно. Дитя мое, неумно привлекать к себе внимание. Все, пойдем. Пойдемте, пойдемте. Мне главное туда попасть сейчас. Все. Так, ну-ка, дорогу монахам. Буром прям. Хотя можно было вот посюда зайти. Ладно,
Оп. Нормально. Так. Он на складу, да? Только как вот потом посюда еще выбежит, мне за ним бежать надо будет. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Давай. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Где тут вход-то? Вот он, вход. Самое главное тут ни с кем желательно не драться, сразу бежать за ним. Ну что, работорговец, не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Спасибо. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. Давай, открывай ворота. А, ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Так, надо буром пробежать между ними. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Конечно. Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. О, ты еще и такое можешь? Ну, давай. Так, самое главное, с ними не биться. Сваливать надо. Я приду за тобой. Вот я догоню тебя. Я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Нет. Ну почему все надо решать насилием? Никакой честности. Похоже, я не могу помочь тебе. Ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Убейте его! Поехали. Ползем наверх. Убейте его от меня! Блин. На. Все, бежим. Бежим. Сваливаем. Ага. Ты думал, что ты убежишь от меня? Никакой помощи. Дайте ему уйти! Догоню! Убью! Иди! Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Давай. Рассказывай. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на святую землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы боги давно оставили. Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Да им не выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закостневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет, пока нет. Ну, увидишь. Все, теперь надо сваливать с места преступления. Беги. Я тебя поймаю! Беги. Так, здесь есть? Спрятаться где? Ага, два раза. Помер. Нет, не помер. Давайте, восстановим свою жизнь для начала. Конечно, за мной никто не угнался бы.
Но тем не менее. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Что он делает? Понизу мне опасно ходить. Но ведь этому должна быть причина. Причина есть. И поверь мне, она больше, чем у каждого из вас. Что я здесь делаю? Ага. Что, стражников нету? Стражников нету пока. Он дошел. Да. Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний Итак? Участок памяти. Что мне дадут сейчас? И они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель. Перемотать? Да, перемотаю. Конечно, перемотаем. Если вас обнаружили, сбежать будет легче, убив меня. Сохранение. Ты добился успеха? Добился. Работорговец мертв. Да, голубь принес мне весточку. Война — грязное дело. Воинов и рабочих рук всегда не хватает. Убив этого человека, ты спас тысячи жизней. Теперь крестоносцам и сарацинам неоткуда брать новые силы. Но что за темные дни, когда жизнь человека оценивается золотом, да еще так дешево? Он говорил не так. Он утверждал, это были не рабы, и что он помогал им. Знаешь, как определить безумца? Он бредит, царапает сам себя? Нет. Безумец всегда говорит и поступает, так будто он прав. Я не понимаю. Люди редко признаются, что творят зло. У них всегда есть разумное объяснение. Он лгал? Меня там не было, я не слышал его слов. Но если бы все было так, как говоришь ты, то он всего лишь искал оправдание тому, что делал. Но я видел тех, кто должен был стать рабами. Они для этого не годились. Старики, больные, безумцы. Слабые. Лучший способ сделать воина – взять сломанного человека и сотворить его заново. Дать ему то, чего он был лишен, и пообещать больше. Это непросто. Да, но взамен ты получишь верность. Зная, от чего они были спасены, они никогда не предадут своего спасителя. Интересная теория. Видишь, тебе все еще многому нужно научиться. Обманывают все. Друг друга, сами себя. Загляни за вуаль обмана. Но знай, ничто не истинно. Ступай. Оружие дай. Работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Так. Получено новое оружие, метательные ножи, получена новая способность, толчок. Удерживайте кнопкой 1. И Shift. Можете потренироваться во дворе. Хорошо, потренируемся. Он бежит, как угорелый. На волю. Почему куда он пошел, как угорелый? Давай, толчок. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Так, метание ножей.
Так, нажмите один, чтобы так выбрать, надо, чтобы метнуть их. На. 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 Понимаю, у тебя много как дел. Как удобно. Рублю голову. Так, ну выход из обучения, да. Понимаю, у тебя много дел. Все, до следующего видео. Пока.